Дорогие друзья, всем привет! С наступающим вас всех Новым годом! Это видео еще выйдет в этом году. Желаю вам счастья, здоровья. Вероника сейчас поздравит вас с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом! Все, молодец! А мы пошли до светофора. Там надо посмотреть нам кое-какие товары приобрести. Иди вперед. Здорово, заебал. Всем привет. Едем на заявочку. У нас тут Хьюз с морозом сегодня. Оделись конкретно. Вот так. Все, мчим. Всем приятного просмотра. Ветер какой-то пронизывающий. Только выходишь, сразу же все, замерз. Жесть. Спускаем. Переезд. Такое. Макс тащит. Это мы только выносим. Еще машина не подъехала. Машину будем загружать на Красноярск. Еще вот осталось. Давай вынесем. Сейчас еще два больших таких сала спустить. Покатили. Запорожец такой. Короче, машина сломалась. Патрубок вылетел с радиатора. Сейчас заезжать будет на яму. А что у нас сегодня? Антифриз вытек. Пиздец, снизу где-то капало. Это он весь, да, получается, вытек? Ты лей половину-то хотя бы, что ты боишься-то? Снизу пока вроде не капает. А снизу нормально? Где он, елочки, снимай на. Капает? Нет, вроде. Ну, видишь, он, смотри, нормально. Он налетел, его сорвало, блин. Ну, может, сейчас зальешь, нормально будет. Сделали же на яме. Все, ничего вообще не капает, ни одной капли. Надо проехать или так? Поехать, проехать надо? Воздух холодный дует почему-то. Все, вот теплый вроде пошел. Сейчас нормально будет. Поехали домой. Полночный город замолкал и засыпал. Как по хлебочке разбухавшие весной. Я от любых горькиков оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, будут сочтены. Как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала двери. Как не хотелось мне прощать. Я не умер, я еще живой. И пускай не скоро вернемся.
золотой справкой в руке. Мы еще, братан, с тобой напьемся в самом дорогущем кабаке. А пока я папироску положу за козырек облака. На волю мысли увезут до звонка. Еще так долго паренек и рука смахнет соленую слезу. У нас уже темнеет, вот такая тут красота. Там елка, сейчас подойдем туда. Вероника пошла по лесу гулять. Сидит дома, сидит одна, что-то не идет гулять. У нас где-то морозик градусов 20. Меньше? Что-то холодновато. Тепло. Ян, пойду заберем. Какие? О, съел. Лишь бы что-то забрать. Что за бумажка-то? Ну, нельзя елки эти рубить, наверное. Бумажки. Так, снег лежит на сосне. Красота, да, Вероника? Это, верно, елка. Это сосна почему? У елки же мелкие ж иголки. Что, тебя сфотать, да? А вот на сквере тут такая атмосфера новогодняя. Вот елочка. От депутата. Сейчас. Я показываю нашу Сибирь, красоту. Еще вот на березах гирляндочки тоже. Все, пойдем, Вероника, надо идти. Туда пойдем, в светофор. Сейчас посмотрим новогодние товары в светофоре, какие есть. Вот продается вот такая портативная колонка. Bluetooth. Цена 328. Вот гирлянда. 5 метров 465. Че, нет обычной гирлянды? Вот такая 5 метров. Стоит 465. Вот такие беспроводные наушники, 316. Микрофон 350. Беспроводной микрофон для караоке. Вот дед летом и зимой ходит вот так постоянно. Физкульт, привет! Привет! Вы что? Всегда тогда ходите? А куда деваться? С долгами рассчитался, теперь одеваться начну. Ага, вы всегда так ходите. Да, Вероника, еще снежочек пошел. Все, буду заканчивать этот ролик. Он класс вообще. Сейчас нас выйду сюда. Вон, видите, как снежок идет. По красоте вообще.
все, заканчиваем этот ролик еще раз. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, любви. Друзья, всего-всего вам побольше. Увидимся уже в следующем году. Всем пока!